А знаете, мы сегодня заработали очко. С той ситуацией, что у нас случилось, и когда мы сегодня узнали, кто у нас будет играть, потому что мы готовили совершенно другую команду, когда 12 человек не выходят на поле, можете представить, какое может быть настроение. Такое может быть. Если 3 человека играют состава, который наигрывался в сбор, они показывали неплохую игру, хорошую физическую подготовку и надеялись выйти и, как говорится, показать хороший футбол. Ну, получилось немножко по-другому. Ну, это футбол, как говорится. Что мы можем сделать, это все не от нас зависящее. Самое главное, я сейчас зашел в раздевалку, поблагодарил ребят, тех ребят, которые даже с нами не тренировались, показали хорошую борьбу. Мы очень грамотно сыграли в обороне, сильно не вопрос. Кажется, перекрыли им свободные зоны. Некоторые футболисты не играли на своей позиции ни разу. Реутенко и Липин — это не крайние защитники. В общем, было очень много проблем. Ну, я честно скажу, что мы, как говорится, честно доработали свое очко. И, в принципе, я доволен. Чуть грамотнее сыграй, Соловей. Ну, правильно расположись, но еще не знаю, где остановиться. Ну, от добра добра не ищут, как говорится, курочка по зернышку, очечка по очечку. Очень доволен, что мы сегодня взяли очки. Поблагодарим ребят. Игорь Васильевич, как вам атмосфера в Батайске, если вы играли впервые? Я честно скажу, мне очень нравится. Такое впечатление, что мы где-то в Англии, знаете, такой стадион под крышей. Ну, я шучу, конечно, но правда, поле хорошее очень. Здесь поинтереснее? Да, конечно, да, очень приятное впечатление мне оставило. Сейчас подошел мэр Батайска, поблагодарил, или мэр, или глава администрации. Я поблагодарил его, и он меня, правда, очень приятное впечатление оставило. Это атмосфера, и это стадион. Спасибо.